Анапские правоохранители продолжают борьбу с контрафактными товарами. В адрес городского отдела МВД поступило заявление от правообладателя торгового знака «Луи Виттон». В одном из торговых центров курорта ведется реализация продукции с этим товарным знаком. При этом товар обладает явными признаками контрафактной продукции. Была проведена проверка, в ходе которой осуществлен выезд на указанный торговый объект. В ходе осмотра торгового объекта были обнаружены аксессуары для смартфонов, маркированные товарным знаком «Луи Виттон». Лицензионное соглашение с правообладателем товарного знака на объекте отсутствовало. Вся продукция, маркированная товарным знаком, была изъята сотрудниками полиции. В настоящее время устанавливается стоимость причиненного ущерба и проводится административное расследование по данному факту.